Вот знаешь, что обидно больше всего, что выбора-то делать или не делать нет. Делать все равно придется, когда смоет Ван Дюну, все деревья упадут, море зальет парк, кладбище, море соединится с заливом, коса превратится в остров, как это было когда-то. И сейчас, кстати, это происходит, и вот тогда-то делать все равно придется. Но Ван Дюну мы уже не спасем. И деревья такие уже не вырастим, потому что у нас нет сейчас на это возможности, средств, да просто времени нет, потому что море выступает. Добрый день, меня зовут Котова Наталья, я экскурсовод, и я живу в Зеленоградске. Это небольшой курортный город на берегу Балтийского моря. И сегодня рассказывать вам о том, что у нас происходит, про шторма, про наступление моря, про то, что Ван Дюна обрушается и Зеленоградск может затопить в ближайшее время. Буду не я вам одна, будут мои коллеги-экскурсоводы Екатерина Барсукова, Екатерина Сюльдина, будут наши участники инициативной группы по благоустройству Екатерина Тараненко, Наташа Карасова. И цель нашего сегодняшнего видео – донести информацию до, возможно, большего числа людей, до тех, кто принимает решения, и поискать, что тут вообще можно сделать. За последние 3 недели на Калининградскую область обрушилось целых 3 урагана. Я вот, честно говоря, не помню такого за историю. Такой интенсивности определенно не было. И даже те, кто вместе со мной выбежал в эту непогоду увидеть все своими глазами, это был мужчина уже, я бы сказала, больше пенсионного возраста, сказал, что за 47 лет своей жизни здесь он такого точно не припомнит. Хотя, конечно, вспоминает ситуацию, когда эту же косу подтапливают несколькими годами раньше, это периодически происходит. Но высоты волн, подобно этим, честно, я здесь, наверное, еще не наблюдала. И ученые нам говорят о том, что море наступает, что штормов будет все больше и больше. Но на самом деле это и без ученых видно, потому что если там в нашем детстве был один какой-то шторм, то сейчас... Это сезон серьезный, правда? Да, да. То сейчас их становится просто несколько в сезон, ну а так, чтобы вот за 3 недели 5 штук, причем они с разницей там в день было, то есть один уходит, другой приходит. Пересменка. И вот это вот Ван Дюна, а между прочим, многие, кто гуляет здесь по берегу моря, они же не знают, что она не естественного происхождения, что она не само собой, ее не ветер надул, и деревья сами не выросли, что это делалось все руками человека, долго, тяжело. С начала 19 века ее строили, ее укрепляли, потом сажали деревья, их выращивали. Сюда был строго запрещен вход на эти дюны. И в конце концов, вот она стоит такая, как есть, и она защищает город уже 200 лет практически. Да, но жить на готовеньком нам явно осталось недолго. И что же можно с этим сделать? Что интересно, ответ есть. Его дают специалисты. Это сотрудники Института океанологии Российской академии наук имени Шершова. И в частности, речь идет о Борисе Валентиновиче Чебаненко. Он очень подробно рассказал о способах берегоукрепления в своей статье, посвященной как раз побережью Калининградской области, ведь оно у нас весьма протяженное. Насколько я помню, там основа – это буны сделать прямо на всем протяжении, потому что у нас делали, да, в Зеленоградске, но какой возникает эффект, что там, где буны заканчиваются, там у нас всегда возникает дефицит. Низовой размыв. Низовой размыв, так называемый. То есть именно там песок вымывается. И что у нас получилось? Вот как раз там у нас буны заканчиваются в районе кафе-амбар. И здесь начинается низовой размыв. То есть здесь у нас несколько факторов сложилось. И вот так называемый низовой размыв. И то, что здесь дальше идет болото, болотистая территория. Здесь же когда-то 1000 лет назад находился пролив Брокист, который соединял море с заливом. И это напоминает о себе, хотя бы тем, что природа пытается отвоевать свое к
Кроме того, ученые же прогнозируют, что и уровень воды в море поднимется почти на метр. Конечно, и это также приведет к сокращению пляжа, поэтому если сейчас все пустить на самотек, то недолго нам еще славиться морским курортом. Будем потом просто ходить по променаду и воздухом морским дышать без возможности иметь пляж. А пляж, как ни странно, это основополагающий способ защиты. То есть именно имея широкую полосу прибрежную, вы защищаете зону аван-дюны и все, что находится за ней, потому что, не доходя до нее, пляж волна гасится, и ее ущерб становится минимальным. Поэтому первостепенная задача – это буны, которые будут аккумулировать на себе песок. То есть это буны, они не дают песку уходить просто? Они не дают песку перемещаться вдоль берега. Вот в чем дело. Они задерживают от западных течений, которые сносят песок по той части побережья, где мы сейчас находимся, как раз вдоль Курской косы. Но чтобы пляж сформировать, песок нужно брать с глубины. То есть того, что несется сюда и остается на бунах, этого недостаточно. Причем опять технология проверенная, отработанная, в том числе и европейским опытом. И здесь такие результаты тоже уже были и в советское время получены. Так что бери и делай. Так что я знаю, что вот Чубаренко как раз в статье писал, что если до 2015 года были проблемы с так называемыми землесосами, то есть да. Это суда, которые берут песок и насыпают, потому что их не было в Калининградской области и брали в аренду в Польше, то сейчас они есть, потому что требуется укрепление дна у морского канала, да, у нас постоянно. И уже есть эти землесосы, так называемые. То есть, в принципе, у нас есть чем, и мы приблизительно знаем, что. Первостепенное – это буны, и это намытие пляжа. Он предлагает намыть сначала пляж, ну, первый раз вообще так основательно, и потом просто поддерживать. Поддерживать, совершенно верно. Это будет гораздо более целесообразно и, опять-таки, эффективно. Да, и вот такие технологии, это называется мягкая берегозащита, они как раз и эстетически очень приятны, и будут защищать аван-дюну, которую тоже надо, конечно, укреплять, надо делать дорожки, чтобы люди могли спускаться только на оборудованных дорожках, потому что просто хождение по дюнам, конечно, тоже и разрушает. Надо запретить, естественно, там всякие костры, пикники, то, что сейчас происходит, потому что чуть дальше на Курской косе все это строго запрещено. И то умудряются. А у нас же здесь вообще никто за этим не следит. То есть помимо природы еще и люди, ну, многие просто по незнанию продолжают разрушать аван-дюну. То есть мы знаем первый минимум. Более того, у Наташи Карасовой из нашей группы по благоустройству появилась мысль обратиться еще раз к ученым в Институт океанологии, чтобы они дали так называемую общественную экспертизу и сказали, что можно сделать правильно вот на этом конкретном участке. Потому что да, люди вроде как знают, как надо, но практика показывает, что делать иногда начинают непонятно что. Хороший пример у нас как раз с западной стороны, когда хорошо остановили активисты, начали так называемое равнение дюн, их покрыли геотекстилем, какую-то землю положили, травку и что. При вот этом сейчас вырубили те кустарники, которые там годами сдерживали, как мы видим здесь, своими корнями всю эту укрепительную систему. Да, и получилось что? Что там-то и пляж широкий, но даже этот широкий пляж во время последних штормов и он не спас, и там уже часть этого геотекстиля размыло, и он теперь валяется в воде. Хотя до этого дюна прекрасно справлялась. Поэтому, конечно, нужно привлечь ученых, чтобы они еще раз сказали, как правильно сделать. И надо донести эту информацию до тех людей, которые принимают решения. Вот одно из попыток берегоукрепления. Мешки с песком, булыжники, валуны. Все, песок сейчас вымывается, галька уносится, песок уносится, валуны тоже
уйдут, мешки с мусором разлетятся, то есть все это заново нужно опять-таки. И мы спустились с Авандюна, и вот у нас кладбище еще немецкого периода. Сейчас тут уже захоронений быть не должно, но вот я вижу, в общем-то, могила новая как раз, свеженькая. Кто-то, так, видимо, еще интерес имеет к этому месту, да, прижизненный. Ну, конечно, во-первых, тут надо заканчивать точно хоронить людей, а во-вторых, что будет, когда Авандюна, ее осталось не так много. Ох, Надя, что ты натворила? Точно. Ты, кстати, знаешь, почему Надя, и вообще кто придумывает и присваивает им имена? Слушай, интересно, расскажи. Вот ты знаешь, мне тоже было всегда интересно, но я как-то вот, ну, интересно и просто. А потом наткнулась на информацию, и оказывается, вообще любой может. То есть можно, например, запустить, пожалуйста, циклон Катя. А, если чтобы меня все ненавидели? Ну, можно антициклон, тогда тебя будут все любить. Вообще есть такой свободный университет в Берлине, и у них есть кафедра именно по метеорологии. И они, ну, есть там коммерческая деятельность небольшая, которую они ведут, и они каждый сентябрь принимают заявки. Любой желающий, абсолютно любой, может дать свое имя циклону или антициклону. Кать, давай скинемся. Да, денег, ты права. Бесплатно не бывает ничего, факультет коммерческий. Поэтому, но смотри, циклон 240 евро, антициклон 360. И знаешь, как обосновать? Чтобы любили больше, да? Да. Но и они говорят, что антициклон, он такой более неповоротливый, более крупный такой. Его чаще упоминают в разных сводках, поэтому он стоит подороже. А циклон, он такой стремительный, пронесся, и все. И поэтому вроде как, чего не скажешь, кстати, про нашу Надю. Да, Надю, да, несмотря на то, что она была не... Да, была не... недорогой, скажем так, но прошлась таким образом, что, конечно, последствия у нас страшные. Но вообще, говорят, желающих, несмотря на то, что цена вроде бы не маленькая, да, а желающих такое огромное количество, что вот они в сентябре заявки напринимали, потом они их всех записали и своего рода розыгрыш или жеребьевку проводят даже. Это же так. Да, и только потом вот выбрали тех и выстроили их еще и в очередь желающих вот этих. И потом заплатил. И когда сформировалось соответствующее атмосферное явление, циклон или антициклон, вот, соответственно, спонсор, так сказать, вносит, его имя дают, и он пошел гулять по планете наш циклон. И еще в прошлом году, если помнишь, у нас же там кто заходили, Даниэль был, Хендрик, ну, мужские имена, да, к нам, да, все, да, заглядывали. А с этого года начались женщины сплошные. Mm-hmm. Так вот, это не просто так. Это тоже все обосновывается тем, что в четный год циклонам дают женские имена, антициклонам мужские. А в нечетный год наоборот. Поэтому в прошлом году у нас были мальчики, а в этом девочки. Ох, эффектно девочки зашли. Зашли эффектно. Хочется, чтобы мальчики теперь зашли антициклоны, потому что когда идет антициклон, это всегда, значит, улучшение, наоборот, погоды и отсутствие вот таких вот сильных ветров и осадков. Но, с другой стороны, справедливо, правда? Не все же на одни шишки все валить. Ну да, да, ждем хорошей погоды. Разрушения, которые нанесли эти 5 ураганов, 5, просто, ну, катастрофически. Сейчас мы вот можем видеть, да, сплошную дюну, отсутствие вообще каких-то укреплений, деревьев. Это маленький участок, а все побережье от Лесного, Зеленоградск, Малиновка, Куликова, Филинская бухта. Все те места, которые манит и местных, и туристов, они разрушены. И если сейчас не заниматься укреплением дюн, расширением пляжа, этого всего не будет. Все знаем, а может быть, туристы и не видят этого, как раз за деревьями городское кладбище. И отсутствие дюн сейчас привело к затоплению дороги на Куршской косы, а вода вот-вот и до кладбища доберется. И поплывут гробы, да, совершенно верно. И... и вот это те самые деревья, серебристые тополя, их корни подмыло еще штормом в 2018 году. Но они стояли, они держали здесь Авандюну.
И в 2019 году я тогда провела экскурсию, мы собрали деньги на то, чтобы подсыпать сюда песок. И буквально весной прошлого года, то есть меньше года назад, был воскресник. Катя, я помню, мне тогда помогала, добывала кувалды. Я писала, нужны мужчины и кувалды, потому что нужно было делать клети. И мы сделали клети, мы их защитили. И первые два шторма эта конструкция пережила. В моем видео «Жизнь в Зеленоградске за и против» я показываю, вот она еще стоит, немножко подмыла, но стоит. Потом третьим, четвертым штормом конструкцию смыло, и последний, пятый шторм, к сожалению, не упали. Я честно скажу, когда я сегодня утром сюда пришла на берег моря и увидела, я просто заплакала. Мне так их было жалко, ну, потому что они столько простояли и столько было сделано. Но это показывает, насколько человек бессилен. И, конечно, надо делать волонтерские акции, надо строить клети, надо стараться сохранить, но должен быть большой комплексный подход, потому что это уже, ну, государственное дело в конце концов. Да, слушай, помнишь, был 3 года назад шторм? До этого шторма в Славгородске не могли найти деньги на обновление дюн, пользовались старыми немецкими, они уже порядком износились, но по-прежнему защищали город. В 2018 или 2019 году был очень сильный шторм. Смыло не только пляж, но и променад прямо до порога 5-звездочного отеля. И люди остались без пляжа, без променада, туристам было очень неудобно в том году отдыхать. И в этот же год нашлись деньги на строительство волнорезов. Эти волнорезы строили днем и ночью, буквально 24 часа вот эти машины. Мы в том году жили в Славгородске, я отлично это помню. Все, кто приходил на пляж, видели эти огромные машины, которые приезжают, привозят бревна, привозят камни, вбивают эти сваи деревянные. Это шум. Круглосуточные не останавливались, чтобы успеть до следующих штормов зимних. И они, в общем-то, свою задачу выполнили, сделали, построили. Но ущерб уже был нанесен, и это решалось все срочно, с подвигами через некомфортную жизнь для местных жителей, которые слушали этот шум ночью. Мне кажется, что разумнее было бы сделать до того, как смыло променад, до того, как вот пришлось это делать за одно лето. Можно было сделать бы это не спеша, просчитав комфортно для местных жителей и не столь, думаю, рекордно по финансам. Ведь планировать работы ремонтные на несколько лет, в течение нескольких лет, удобнее, чем это делать за одно лето. Как думаешь? Вчера утром, когда пришла сюда делать зарядку, думаю, что-то не то, вот прям что-то, чего-то не хватает. А потом поняла, вот здесь была дюна, на ней росла березка. Сейчас она лежит внизу, вон там вот. Пока я монтировала это видео, поступила информация, что есть планы по берегоукреплению. И прямо сейчас Министерство строительства Калининградской области готовит документы на конкурс, будут определять подрядчика, ищут источники финансирования. И вот эта часть, восточная часть Зеленоградска, дальше и дальше они будут укрепляться. И мне в Инстаграм ответили, что планируется делать. Во-первых, укреплять Авандюну, строить ее там, где она разрушена, это хорошо. Во-вторых, делать буны вот дальше, вон туда вот, в сторону Куршской косы, это очень хорошо. В-третьих, использовать каменную стенку, использовать так называемые Big Baby. Big Baby – это большие мешки с песком, и это не очень хорошо, что их хотят использовать, потому что практика показала, что первым же штормом их вымывает, и это уже не берегозащита, а загрязнение моря. Ничего я не услышала про намытие пляжа. Вот это плохо, потому что на самом деле широкий пляж – это главная берегозащита. И там, где есть широкий пляж, ничего другого уже не требуется. И вот у нас там в центральной части Зеленоградска, где променад, там прямо сейчас пляжа вообще нет.
потому что еще волнение, море наступило. К лету, конечно, небольшой пляж появится, но Зеленоградск – это у нас главный курорт в Калининградской области. То есть здесь летом рассчитывают на пляжный отдых огромное количество людей, поэтому пляжи все равно нужны. И я надеюсь, что как-то в будущем этот вопрос все-таки будет решаться. И сегодня утром я встала и первым делом написала письмо. Черновик письма в администрацию бросила в наш чат группы по благоустройству, чтобы еще добавили предложение. И завтра, я надеюсь, отнесу это письмо. Что мы предлагаем? Во-первых, сделать спуск. Есть подъем на Дуну, спуска нету. Люди все равно спускаются и поднимаются. И таким образом волей-неволей разрушают вот то, что здесь осталось. Во-вторых, вообще строго запретить хождение по дюнам вне настила, разведение костров. Вот летом тут под каждым кустом по шашлычной кампании. Вести такие же правила, как действуют в национальном парке Куршская коса. Продолжать засаживать все это шиповником, осокой, мышиным горохом. Вот мое воспоминание из детства, дюны, и они все в шиповниках. Помимо того, что это защита, это еще очень красиво. Дальше будет еще письмо губернатору Балкберегозащите, потому что они, скорее всего, будут этим заниматься. И очень хочется надеяться, что будет какой-то диалог. И про все новости берегоукрепления, про планируемые волонтерские акции я буду писать на своей страничке в Инстаграм, в сторис, в постах. Поэтому, кому интересно, я дам ссылку на свой Инстаграм в описании к видео. Кроме того, там будет ссылка на Инстаграм нашей группы по благоустройству. Ученые прогнозируют, что через 20-30 лет таких островов, как Сейшелы, Мальдивы, их вообще не останется. Море их поглотит. И я очень надеюсь, что совместными усилиями, что грамотным берегоукреплением мы добьемся того, что Зеленоградск у нас все-таки не превратится в Атлантиду.